мой ответ всегда был таким. То есть, несомненный факт, что наличие памятника в Пардаугаве, само его наличие, и раскалывает латвийское общество. Потому как для латышской части общества, для латышского большинства, образ воина-освободителя, он неприемлем как таковой. То есть для них это не воин-освободитель, для них это воин-оккупант. Так как и эти два образа неотделимы. И со стороны русскоязычных часто обычный аргумент, мы же не празднуем оккупацию Латвии, мы празднуем только вот победу над фашизмом, только момент освобождения. Но они, так сказать, упускают, что невозможно разделить два факта. Это как две стороны одной и той же монеты, что освобождение от фашистской Германии, которое, да, несомненно, было моментально заменилось на оккупацию со стороны Советского Союза. То есть, по сути, наверное, есть только одна страна в мире, в которой можно 9 мая однозначно назвать освобождением, и это страна Россия. Да.